Так, смотрим следующую страничку. И вот наборы, лосьон для рук и вода 30 мл за 549 рублей. Ну, как бы-то это даже очень хорошо. Даже очень хорошая Today водичка. Отлично. Набор хороший. Мне понравился. Может быть, даже надо себе, может, Today заказать. Уже прямо я начала думать. Пресс-сюрприз за 50 рублей. А что там будет входить? Купи на 1000 с каталога. С первой, с 57 странички только. Видите, тут странички ограничены. По третьему каталогу, а потом по четвертому. А, в четвертом закажи тогда пресс-сюрприз. Ну, не знаю, будем смотреть. Пакетики очень симпатичные, особенно тот черненький со звездочкой. Хорошее предложение. Третий не лишний, 1+1. И получается 3. Купи 2 любых и закажи третий за рубль. Хорошо. На этой страничке тоже мне вот этот вот аромат водички очень понравился. Хотя тут, в принципе, жасмина нет. Магнетит, бутон черной смородины, розовая фрезия и кедр. Я такую мини-водичку закажу. Такое заказывать не буду, слишком дорого. Лак так я и не попробовала аромат, хотя водичка у меня есть. Запечатанная, запакованная. Ну, неплохие, посмотрите, неплохие подарочки такие можно сделать. Помадка люкс. Кто-то у меня спрашивал о той помаде, которая у меня есть. Вот она, розовая парча. Вот она есть. Но она здесь какая-то очень такая розовая. На самом деле она цвет такой спокойный, розовый. Может быть, даже ближе к какому-то, даже не знаю, как нюд. Немножко такой. Здесь она, конечно, фотографии очень розовая, ядовито-розовая даже. Ну что, не хочешь листаться уже? Тушь. Тоже наборы. Тушь, маскировочный карандаш и всего за 499. Ну, а, ну тут еще и помада. Шарики. Раньше пользовалась, теперь не люблю. Не обо всем буду рассказывать, потому что я не все покупаю отсюда. Крем-суфле для тела с маслом ши брала. Очень он мне понравился. И вот этот вот для рук раньше покупала постоянно с маслом ши. Приятный аромат и очень хорошие крема. Новая какая-то тушь. Кисточка такая основательная, тушь, объем и длина. О, масельце, смотрите, для губ за 149 рублей. Но это, конечно, только лишь при покупке любого товара со 62-69 страниц. А у меня сейчас есть заказ от Светы. Вот такая вот тоналка. Так что я себе закажу розовенький. Этот у меня уже закончился. Мне очень нравятся мягкие-мягкие губы. Постоянно дома пользовалась, быстро использовала. Матирующая тональная крем-пудра для лица. Ну, такая уж темная. Настоящая летняя, загарная. Но я теперь уже не загораю так лицом. Стараюсь не загорать, чтобы не совсем состариться. Так, а это что? У нас леди опять есть. 139. Надо заказывать для девочки, для своей, которая только пользуется вот этой вот помадой. Вот только этой. И уже несколько лет. Вот как человек любит одну и ту же помадку. Но там мало ее, она быстро заканчивается.
Листаю быстро, нечего мне говорить про это. Вот этот у меня есть маскирующий карандаш. Очень хороший, нравится он мне. Замечательная пудра у меня такая тоже была. А куда я ее делала, даже не помню. Ну, вот так вот надо было. Заказала, потому что понравилось. А потом куда дела? Трудно сказать. Вот мини-ароматы, девочки, по хорошей цене. 189 рублей. Есть Life. Это дорогая, это водичка от Кензо. И вот здесь вот есть вот эта вот зелененькая. Обязательно я закажу, чтобы попробовать, что это за аромат. И, наверное, надо вот этот вот лак заказать, чтобы тоже попробовать. Чтобы знать, надо она мне большая или не надо. Тоже неплохая цена, 999 today. Но этот раз Света моя что-то решила, что ей не надо. Тоже мини-ароматы, но они, наверное, даже не понять, что тут. По-моему, они такие, вот знаете, с шариком с этим. Не люблю, они такие маслянистые, и потом какое-то неприятное ощущение за ухом. А куда еще им помазать? Только если за ухом. Любимая вода у всех у моих девчонок дарит своим мужчинам вот эту вот Blue. Большая бутылка 100 миллилитров, хорошая, стойкая, прохладненькая, такая немножко с горчинкой. Отличная вода. Так, кто-то мне тут что-то закладывал. Эти самые вот эти небольшие по 30 миллилитров мужские водички. Элите, вот это вот очень хорошая вода. Ариша все мужу дарила раньше. Очень вкусные мужские гели. Мы очень любим вот этот вот, энергию океана. Летом я себе мужские заказываю. Люблю, чтобы были холодненькие. Вот на эту вот вещичку я смотрю, вот новинка под глазами. Но тут гель, не люблю гель. Не люблю гель, он липкий. Очень мне раньше нравилась вот серия 24 карата золота крем. Как он мне нравился, я все время им пользовалась. К сожалению, его нет. Теперь вот появилось вот это вот омоложение. Не знаю. Но, в принципе, я была как-то взяла вот этот вот плюс 55, и он мне не очень понравился. Не очень. Маска ночная. А вот прямо я здесь вот только вот этот вот, который сейчас новинку. Новинку эту я взяла. Вот она мне очень нравится. Сыворотку. Эти штучки я не покупаю. Для меня у меня как бы чистое лицо. Сумка понравилась девочке. Понравилась сумка. Но цена-то у нее, а? Цена 3500. Это на наши деньги 100, что это, 100 с лишним тысяч, что ли? Ужас. Украшения, часики, одежда. Раньше как-то сумки заказывала с Avon. Теперь ничего не нахожу. Маечка, футболочка, ничего, полосатенькая. Пижама здесь только вот такие вот. Но я уже боюсь спросить, заказать мне пижаму. Что, а вдруг опять какая пересортится? Говорит, еле сдала. Вот, девочки, опять кружка эта.
с этой самой с совой. А тут еще какой-то еще светильник и тоже кружка. Слоник. Не понять. На слоника не похож. Подушка под голову. 1000. Цены. Ай-яй-яй. Цены. Ай-яй-яй. Это я так пролистываю быстро. Я даже на это не смотрю. Ни на что. Ничего, браслетик, да. Но я не ношу серебро. Но и шампуни. И когда это мы дойдем до гелей. Так, по 3 страничку увлажняющий. Лосьон для тела. С маслом авокадо. Но интересно, что тут за запах будет. Как пахнет авокадо, не знаю. Шампуни мне очень нравятся. Здесь их сейчас стало очень много. Я попробовала с кератином. Мне как-то он не очень пошел. Мне показалось, что волосы утяжелились. Какие-то они стали как непромытые. Я больше люблю этих самых с маслами. Если беру, значит, вот драгоценные масла. Вот он здесь 180. Краски никогда не пробовала. Эти самые пены очень люблю. Бомбочки в том каталоге были дешевле. Я пропустила. Гели, гели. Мне в прошлом каталоге не пришел. Любовь в цвету. Вот такую вот вкусняшку я заказала. Она не пришла. Люблю гели, все люблю гели. Вот люблю очень цитрусовый заряд, обожаю. Он такой вот, я не знаю, не сладкий. В принципе, я как новые появляются, я их очень многие покупала. В принципе, вот эти вот большие бутылочки здесь, уже большая разновидность их стала, и по 199 можно брать. А тут что? Гель, мандарин и жасмин. Ой, какая прелесть, надо брать. Надо брать. И 79 рублей он стоит. Так, и что тут у нас? Лосьон, спрей для тела. Цена 109. В прошлом было по 99. Для ног, для рук и наборчики. Вот и весь каталог. Весь. Розовенький, новинка. Ежевика и мускус. Я понюхала, мне запах понравился. Все. Вот и весь каталог, девочки. Здесь еще было дополнительных вот таких 2. Даже не знаю, стоит ли их вам листать. Тут мне... Не надо это ничего. Совершенно. Поэтому вот я его даже и не просматривала. Носки. 199 рублей. Ужас. Вот такой мужской каталог и распродажи. А здесь... Вот это вот видела платьишко. Ничего, неплохо оно смотрится. На самом деле... Все, полотенчики распродажи. Ну, они малюсенькие, 30 на 30. Вот и все, мои дорогие. Полистали. Понравилось? Пишите. Будем листать следующий.